В Лас-Вегасе отмечают день рождения короля поп-музыки. Фонд Майкла Джексона в честь этой даты выставил на всеобщее обозрение один из костюмов легендарного певца. Клип был снят 29 лет назад, и с тех пор сам Майкл ни разу не надевал этот пиджак и брюки. Таким образом, для фанатов певца это первая возможность увидеть этот костюм вживую. В этом белом костюме в синюю полоску Майкл Джексон снимался в клипе на песню «Smooth Criminal» или по-русски «Ловкий преступник». Фонд Майкла Джексона с начала года передал Лас-Вегасу уже 4 предмета из коллекции музыканта. Это куртка, туфли, носки и статуя певца. Все это выставлено в разных отелях и казино города, причем на неопределенный срок. Майклу бы исполнилось 58 лет в этот день, и я уверен, что Майкл все еще с нами, и это лучший подарок. Видеть здесь это шоу, слушать его музыку. Джексон столько всего дал нам, и его наследие будет жить еще долго.